Банде Гуру Пададандам Бхактабинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саудитам Шри Нанда Нанда Нанг Банде Махадика Чарнодаям Гопиджано Самаюктам Бриндаванам Манохар Ванчакалпатару Эшакепасиндхивача Патитанам Павуне Бхавайшнавибхьо Намо Намах Мукам Кароти Вачалам Пангум Лагхайте Гирам Яткипатам Аханг Банде Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсидеббхай Пиявай Кешвасвача Шна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намах Нараяна Намаскритта Наран Чайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тату Джайо Мудирай Шанкиртане Кришна Катхопадеше Гаурия Патрасья Пракасанича Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакха Джагод Варуна Дхайям Сада Парибхавагнам Авиштудухам Титхас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витаттихам Пунатапалли Бхавадибутам Банде Махапурусуте Чарнаравиндам Яд Пада Паллавайхна Качандам Ничатая Биспуриджита Кимапика Павадушвадарши Пурнануррагараса Сагара Сарамурти Сарадхика Майкадам Кипам Карус Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Аджан Луммита Бхужоу Канака Бхадату Шангитаной Капитару Камала Ютакшу Вишам Бару Дижа Бару Джугадар Мапалу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе. Намами Ганге Тава Пада Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дивья Рупам Бхуктин чамуктин чадада синитам Бхаванурупе насада наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вибуши тобам бхагам Нараяно прияманга мада пухарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджасва Вадане Лакшмир Джасача Бхакшаши Джасастихиде Самби Вам Нишингамахам Бхаджи Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам,
Рам Рам Хари Парамханса Варам Парамартха Патим Патито Дхаране Крито Веша Джатим Джати Раджа Гонай Парисеба Падам Панамами Садапа Бхупаду Падам Панамами Садапа Бхупаду Падам Панамами Садапа Бхупаду Падам Парамханса Варам Парамартха Патим Патито Дхаране Крито Веша Джатим Джати Раджа Гонай Парисеба Падам Панамами Садапа Бхупаду Падам Панамами Садапа Бхупаду Падам Панамами Садапа Бхупаду Падам Гаурия Гоштхипати Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada told, If I seek the path leading to the absolute good, Гаурия Гоштхипати Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что если ищу путь, ведущий к абсолютной истине, я должен игнорировать бесчисленные голоса мирской мудрости и слушать голос только той самосознавшей себя души. Шрила Прабхупад говорил, что седанта – это не гимнастика, это не значит, что мы можем… Это не значит, что мы можем взять какой-то предмет и тренироваться с ним, чтобы нарастить мускулы или еще что-то. Шрила Прабхупад говорил, что седанта – это не гимнастика, чтобы мы пытались делать что-то согласно нашим собственным желаниям. Сиддханта Вичар, он может явиться в нашем сердце автоматически, если мы на 100% преданы. Шрила Сачитананда Бхактинанда Такур сказал, что Садгуру, что говорит Садгуру о какой-то теме. И вот Садгуру, находясь на, буквально на северном полюсе этой земли, а другой Садгуру, он говорит то же самое, находясь на южном полюсе этой земли. Может, их язык разный, но чувство, она одна. И относительно Расататри Сиддханты мы должны думать о нашей собственной сампрадае, о Садгуру, иначе ачарьи четырех сампрадай есть, относительно какой-то обычной Сиддханты они могут говорить то же самое практически, но так или иначе из-за вот, плохого интернета вначале я не смог. Вчера, точнее, не смог договорить о том, что хотел сказать, и вот сейчас я возвращаюсь, чтобы напомнить вам об этом, и вот можно вспомнить, что я говорил о Дармасабхе на Балигай, о Брахманах и Вайшнавах. Сейчас я хочу вернуться, и вот там можно вспомнить, что Санатан Госвами Пад, он из Гура Паривара. Санатан Госвами, кто-то говорит, что мы с Адвайта Паривара или с Нарутама Паривара. И вот люди так говорят, что кто-то с Нитянада Паривара происходит. И вчера я также говорил, что начать новую сампрадаю – это не обязанность Кришны, но по желанию Кришны. Это может автоматически быть сделано каким-то великим преданным бхактой, посланником Верховного Господа. Это возможно. Вот как это, эти четыре ачарьи, они это сделали. И другие великие ачарьи, может, они с другой линии пришли, но так или иначе, они имеют настоящие ачарьи, они имеют связь с Верховным Господом через свои соответствующие сампрадаи. И также у Мадхавачарь есть связь с Вьясадевом. И вот Татва. И вот мы можем понять это то, что как это возможно, что Санатан Госвами, он Гора Паривар. Я вчера говорил о том,
что Санатан Госвами через то, что он написал, он дает нам указание такое, что Видья Вачаспати, он гуру. Но Махапрабху, когда говорит Самбандха Абхидею Гьяну Санатане, то это подобно настоящей дикше. И вот Махапрабху, он дает Праюджан Гьяну Санатане, хотя Санатане вечный спутник, но все же это случается. Но смотрите, Наротам Тхакур, вчера я забыл сказать о том, кто написал этот киртан. Этот киртан написан Нарутамом Тхакуром. И вот Наротам Тхакур говорит, что Ха-ха, Прабху Санатана Гауру Паривар is speaking. The starting of the Kirtan is that you must go through this Kirtan. It is the title of the Kirtan is that Rupanugato Mahato. What is the название этого Киртана? Рупануга Махатмя. Это слава Рупануга Паривара. И вот это первые строки такие. Махарадж сейчас произнесет их. Суниячи саду мухе боле сарвожано сирупоки пае миле жугало чарано хаха прабху санатано гауро париваро. Прабху Локо Натхо Кове Санге Лайя Джаве Сиру Перо Падо Падме Море Самотиве Хену Ки Хойве Моро Нармо Шокхи Гане Ону Гато Наро Таме Куриве Шашоне. Вот значение киртана Махарадж сейчас объяснит. Саду говорят, по милости Рупы Госвами Пада мы можем обрести Югал Севу, Севу Рада Говинде. И после этого с великой радостью народом Тхакур говорит, Хаха Прабху Санатан Гуру Паривар, вы из Гуру Паривара. И все вайшнавы должны исполнить мое желание. Я прошу вайшнавов исполнить мое желание. Это моя просьба. И до тех пор, пока я получу милость Рупы Госвами Пада. И вот Наротам Тхакур, он молится лотосным стопам гуру вайшнавов, чтобы обрести милость Рупы Госвами. Не только это. Я уже говорил, что Санатан Госвами, он Гурудев Рупы Госвами. И но Санатан Госвами плачет и говорит, я должен обрести милость Рупы. И кто принимает прибежище у Рупы Госвами Пада, он великий саду. И вот, когда Локанат Госвами, мой Гурудев, он может взять меня к Рупе Госвами Паду и сможет отдать меня лотосным стопам Рупа Госвами Пада, когда Локанат Прабху, он сможет взять меня к Рупе Госвами Паду и сможет буквально отдать меня лотосным стопам Рупы Госвами Пада. И благодаря этой великой удаче я когда-то смогу увидеть те, кто при Нормасаке, когда они смогут буквально ругать меня и говорить, что нужно делать. Я ожидаю получить такой анушасан.
но все следует к анугате. Сиддханту мы можем помнить, сиддханту, но сиддханта также может явиться внутри нашего сердца. Это главный вечар. И вот кто-то может вспомнить какую-то сиддханту, но сиддханта гьяна, она может явиться внутри нашего чистого сердца. Это главный сиддханта вечар. И вот вчера я также говорил, что Патитпаван Гурудев, Парамахамса Гурудев, он может помочь нам избавиться от материальной обусловленности. И вот Патитпаван Гурудев может спасти нас из этого материального мира благодаря своему характеру, желанию служить. И он займет меня в севе. Такую возможность мы можем получить от него. И также я вчера говорил, перед тем, как оставить это тело Шрила Сачитананда Бхактивинода Такур, он дал особое наставление Шриле Прабхупаде. Много наставлений он дал, но есть особое наставление. Но перед этим я хочу сказать вам о секрете Рупануга Баджана. Посторонние люди не могут осознать сердце Рупануга Бхакт. Они очень разумны, очень умны. И вот иногда они действуют так, иногда иначе. Особо Шрила Прабхупад Бхактивинода Такур, они действуют так, что обычные люди не могут понять их этикет, их характер, почему они то или иное сделают. И вот после того, как Бхактивинода Такур ушел с этого материального мира, буквально через несколько лет пришли какие-то люди, группа людей спорить с Шрилой Прабхупадой и сказали, что о Прабхупад, вы никогда не позволили нам воспевать киртан. И вот от Шантипура какие-то люди пришли, и Бхактивинода Такур обычно звал вот их Шантипура совершать расакиртан. Здесь мы видели, перед нами Шрила Бхактивинода Такур сидел и киртан воспевал, и много людей приходили с... Слушайте, а почему вы не позволяете? Шрила Прабхупад засмеялся. Вы не видели лотосный стоп Шрилы Бхактивинода Такура, как видели, он вот здесь сидел и слушал то, что мы поем. А Шрила Прабхупад опять сказал, что вы не видели лотосный стоп Шрилы Бхактивинода Такура, и поэтому вы говорите такое. И суть в том, Шрила Бхактивинода Такура только ушел. Несколько лет прошло, и вы уже спорите со мной, что дальше будете делать. Вы знаете сиддханту Шрилы Бхактивинода Такура, его сердце Рупануга Варайата, мы знаем о нем. И Шрила Бхактивинода Такура никогда не позволял таких сахаджийских киртанов, никогда. Никакой сахаджийской сиддханты. Один за одним, если мы... Если я начну говорить о лиле Шрилы Бхактивинода Такура, вы поймете, насколько он был строг. Но те Рупануга преданные, Рупануга Гурвага, они очень умные, чтобы совершать баджан прекрасным образом и чтобы их никто не беспокоил. И иногда они, чтобы для того, чтобы организовать милость для обычных людей косвенно, поскольку прямо они не могут ее принять. И вот Бхактивинода Такур, он сделал буквально такую ловушку для них. И вот сидя на сцене, пригласил всяких сахаджи из Шантипура, чтобы они пили киртан. И сотни, и даже тысячи людей пришли, чтобы слушать этот киртан. А Бхактивинода Такур сидел там с закрытыми глазами. И повторял харинам, как будто его там не было. Но обычные люди не могут понять. Они думали, что Бхактивинода Такур вот слушал эти кирданы, а Бхактивинода Такур совершал свой собственный баджан. И он хотел как-то косвенно принести благо людям. Он сидел там, повторял харинам, если кто-то приходил. Может, они не заинтересованы слушать харикатху, но
по крайней мере, могут на киртан прийти и находиться там какое-то время, чтобы слышать киртан, но они увидят Бхактивинода Тхакура по дороге и его лотосные стопы, и вот так прямо или, и так прямо или косвенно Бхактивинода Тхакура давал им свой даршан, и в этом секрет всего этого явления. А Бхактивинода Тхакура, он за всю свою жизнь никогда не позволял никакой сахаджийской сиддханты и ничего подобного. А вы неправильно поняли его. И вот сейчас я вернусь к Балигаю. И вот там, на том собрании, Шрила Бхактивинода Тхакур явил лилу болезни, и в то время Бхактивинода Тхакур, он попросил Бимала Прасада пойти туда, чтобы решить эту проблему. Я. И вот Вишванат Чакравати Пад в пожилом возрасте был спор у этих четырех сампрадай. Они говорили, что Гауди сампрадай нету, Веданта Бхашьи, Упанишада Бхашьи тоже нету, они, и они не позволяют служить Говинда Деву. Но в то время Вишванат Чакравати Пад, он послал Баладева Витябушана, он был его шикша гуру. И вот он послал Баладева Витябушана, еще одного преданного. И вот они вместе пошли в Джайпур, в какое-то место Галта, как это так называется, Махарадж там был, или это Галта, точнее, место Галта называется, где этот спор возник. И царь Джайпура был там также на этом собрании, и в итоге он вынужден был провозгласить, что Гауди Сампрадая на 100% они могут служить Говиндаджи. Поскольку Гауди Сампрадай, она смогла показать свою Говинду Бхашью. Вы знаете эту историю, что по милости Говинды Баладе Видьябхушан мог составить все и представить эту Говинду Бхашью вовремя. И вот таким также Вишванат Чакравати Пад, он послал Баладе Видьябхушана, и здесь Шрила Прабхупад отправил Бимала Прасада Сарасвати, чтобы он утвердил сиддханту. Шрила Прабхупад сказал: «О, Тхакур, по вашей милости все возможно, если вы благословите меня, я смогу все это сделать, все это служение». И тогда, по милости Шрила Бхактивинода Тхакура, он прошел в Балигай, в Миднапур, и там они обсуждали на этой великой Дхарма-сабхе, и эта Дхарма-сабха была. Ее председателем был великий саду из Шьямананда Паривара Вишвамбарананда Девгасвами, великий пандит. Он принял решение, что Бимала Прасад Сарасвати, великий Бимала Прасад Сарасвати, мы должны дать ему возможность решить эту проблему. И вот они. И в течение трех дней было это собрание, по милости Бхактивинода Тхакура, и Гуранги Махапрабху, настоящая сиддханта, она была представлена этим браманам и этому всему собранию. И вот они не смогли отвергнуть, что они признали, точнее, что вайшнавы лучше, чем браманы. Есть четыре варны и четыре ашрама. Я уже говорил, в сатья-йогу не было такого разделения, поскольку в то время все, кто рождались, в то время было очень прекрасное, и поэтому они были, когда они рождались, они к касте хамс относились, не брахманы, шудра, а хамсы были. Не парамахамсы, а просто хамсы. Но потом в конце трета-йоги все нарушилось, и нужно было разделить все общество согласно гуне и карме. И если не разделить, то проблемы возникнут, разные технические и прочее. И поэтому особо после Двапара-йоги, позднюю Двапара-йогу, когда Кришна ушел из этой, точнее, пришел в этот материальный мир, мы опять находим Гиту. Гита, она вечно присутствующая, а другие писания, как
Упанишаны, Пураны, они тоже есть, но все же, согласно Гите, мы уже знаем, что вот эту шлоку. Тасо картарам пи мам виддхия картарам аббаям. И вот эту шлоку мы слышали в тот день. И вот в итоге Шрила Прабхупад хотел доказать, что вайшнавы превыше всего. И мы не можем вайшнава ограничить какими-то категориями варн или ашрамов. Мы не можем говорить так о них. Это плохо. Вайшнавы превыше всего. И также вчера я говорил, что Банхи Сурьо Брамхуни Бьо, вот это стих. Банхи Сурьо Брамхуни Бьо Тиджиан Вайшнавушата. Банхи мин файр. Бунди значит огонь Сурья. Очень могущественный. Браманы тоже очень могущественные, настоящие браманы, но вайшнавы превыше их всех. Вайшнав значит Парамахамса, настоящий вайшнав. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, тот, кто гуру, он вайшнав. Кто вайшнав, он гуру. И вот Бхактивинода Тхакур такой аргумент приводит, что кто-то, если гуру, но не вайшнав, такого не может быть. Смотрите, что хочет сказать Шрила Бхактивинода Тхакур. Тот, кто вайшнав, он несомненно гуру, а тот, кто гуру, он несомненно вайшнав. Не может быть, что он действует как гуру, но из Шакти Сампрадаи. И из Шакти Сампрадаи, вот нет, абсолютно, это абсолютно слово гуру. Если вы хотите использовать это слово в абсолютном образе, вы должны будете прийти к этому, нет никакого другого варианта, поскольку без поклонения Вишну, вездесущему Верховному Господу, никто не может достичь такого совершенства, которое практически невозможно. Может кто-то действовать как гуру Шакти Сампрадаи, но их гурутья, их сила, это положение гуру не может стать успешной, поскольку они наполовину только могут продвинуться или там на четверть в адрес настоящего вайшнавизма, поскольку вайшнава – это термин, кто такой вайшнав, кто такой гуру. А кто гуру, он несомненно вайшнав. Это синоним. И вот суть в том, вайшнав и не гуру не может быть такого. И вот когда мы говорим, что вайшнав, он превыше всего, это значит, что мы провозглашаем, что настоящий вайшнав, Парамахамса вайшнав, он может дать посвящение всему миру, он может учить весь мир. И вот, согласно настоящей Сиддханте Рупы Госвами Пада, весь мир может принять Сиддханту и принять посвящение от Садгуру, от Вайшнава. И поэтому в Киртане описывается Брахманда Тарита Шакти Дора Джана Джана и Наротам Тако. И вот Киртаны Наротам Тако, они очень значимы. И кто-то может спросить, как это возможно, что не обязательно изучать Веды, Веданта, Упанишады и различные Пураны. И Бхагаватам даже, но, то есть эти киртаны, они могут заменить все эти писания. Если мы будем изучать киртаны Наротам Тхакура, то тогда автоматически мы достигнем совершенства, верите вы мне или нет. Поскольку вся Сиддханта, она исходит, она находится в этих киртанах. Вся Сиддханта, которая есть в Сандарбхах, в том, что написали Госвами, и то, что описано в Упанишадах, Веданте, Бхагаватам, в различных Пуранах, все это можно в такой краткой форме найти в киртанах, буквально суть всего этого. Но также мы сами, если будем изучать эту Сиддханту, мы можем
не понять это все, и поэтому мы должны следовать чистым Гуру Вайшнавам, которые покажут это. Они покажут, смотри, вот это Сиддханта, вот так. Сиддханта. И вот Нарутам Такур, когда говорит Бхаманда Тарида Шокте Дова Джона Джона, и вот в следующей строке, в которой говорится, что Веды и Пураны, они описывают славу вайшнавов, и то, что настоящий вайшнав может спасти всех душ в целой Брахманде, но далеко не каждый может поверить. А почему? Поскольку вы, у вас есть какое-то осквернение Майявады. Шрила Прабхупада говорил об этом уже. Прабхупада в тот день говорил, что мы все в той или иной степени больше или меньше осквернены Сиддханты Майявады. Я знаю, мы тилак наносим, кандхималы носим, джапу повторяем, приняли Гурудева. Ну, по крайней мере, пытаемся. Совершаем Экадаши, следуем всем вайшнавским титхи, но как можно понять, что кто-то майваде из тех, кто все это делает? Я вчера говорил, что когда вы идете в ювелирный магазин, то у ювелиров есть один камень, который, если его потереть им у золота, то он определяет чистоту золота процентного отношения. То есть, если золото чистое, он покажет, а если сплав, он тоже покажет, сколько там чего. И вот этот камень на санскрите. Называется как-то Кошти-патра. Кошти-патор. И они еще разных видов бывают. А еще давно и божества Виграху делали из этих. Из такого камня сейчас они подорожали, стоит какой-то мелкий камушек 1000 рупий. И у этого камня как раз такое достоинство, что он может определить количество золота в сплаве золота с чем-либо. То есть для того, чтобы определить чистоту золота, он используется. И также мы, Гаудия Сампрадая, по указанию Шри Чайтаньи Махапрабху, мы провозглашаем, это уже провозглашено Шри Чайтанья Махапрабху, и мы провозглашаем, что Сваруп Госай, он буквально настоятель всей Гауди Сампрадаи, ни у кого нет права ослушаться его. Все, что мы хотим сделать, мы должны следовать ему полностью, если мы вообще Гауди Вайшнав. Пытайтесь понять, что я говорю, если вы следуйте Гауди Вайшнавам Шри Чайтанья Махапрабху, то вы должны будете следовать Сваруп Госаю, поскольку это наставление Махапрабху. Махапрабху сказал нам, показал через Гундича Мамарджан Лилу, что Сваруп это твоя Гауди Сампрадая, все, что в дальнейшем случится, ты должен взять ответственность за это. И вот Махапрабху провозгласил, когда какой-то просто сердечный браман, он хотел омыть стопы Махапрабху водой, и вот он пришел, принял меня с воду и начал лить ее на стопы Махапрабху, и Махапрабху начал возмущаться, что ты делаешь, что ты, это божество, комната. Он позвал Сварупу и сказал: «Сваруп, смотри, что он делает, и ты должен...» Сделать что-то, Гауди Сампрадая, твоя. И вот
смотри, тут в алтарный мой алтарный, он пришел и стопы мои омывает, что это такое. И вот Сваруп Гасай взял и спросил, зачем ты это делаешь, это не подходящее место и время, и сказал, чтобы тот уходил. И вот вся наша Гурварга, они с тех пор они поняли, что Сваруп Гасай, он буквально на главный всей Гауди Сампрада и все ачарьи, которые сейчас пришли или раньше, и вот и все, кто собирается действовать как ачарьи в Гауди Сампрада, они должны следовать Сваруп Гасаю. А если они нарушают какие-то правила и предписания, установленные Сваруп Гасаем или Махапрабху, то встретятся с проблемой, и о таких людях уже нельзя говорить, что они ачарьи. И вот это единственная процедура, через которую можно определить, кто настоящий Гауди, а кто нет. Мы должны помнить это, Сиданту, жизнь за жизнью, что мы следуем нашему ачарье Кешава Госвами Махараджу, Сиддхартхе Госвами Махараджу. Кому бы мы ни следовали, и там мы можем найти, что они следуют Сваруп Гасаю. И внешне можно найти какой-то перерыв, но это не так. А какой-то интервал можно найти, но он все равно потом восстанавливается. И вот мы должны... И вот если у нас какая-то проблема возникнет, то мы должны прийти к чистому саду, и он объяснит нам, что и что. И он приведет в гармонию наше понимание какой-либо проблемы. Поскольку если мы не будем находиться в гармонии с нашей гурвагой, то это может сбросить нас с пути баджана. И вот Сваруп Гасай, стандарт, установленный им, его сиддхант, его вичара, это стандарт для нас. И вот мы пришли к этой изначальной сиддханте. Мы должны смотреть, кто следует Сваруп Гасаю, кто не следует ему, что какие-то новые правила приписания выдумывают. И вот сейчас, до сих пор, мы в Гауди Сампрадае, мой Парам Гурудев, я не должен говорить так, мне стыдно должно быть, что мы не можем совершать баджан достойным образом, и как мы можем говорить так, все же я чувствую себя неудачным. Мы Парам Гурудев Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, а мы Гурудев Шрила Пури Госвами Махарадж, по крайней мере, это я могу сказать. Я пытаюсь сделать лучшее, но все же мы очень удачливы, что у нас есть связь, прямая связь с Шрилой Бхактисиддханта Такурами, с Шрилой Прабхупадой через Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, который никогда в своей жизни не хотел изменить ни единого сиддханта, ни единого слова. Кешав Госвами Махарадж также, и таким образом мы очень удачливо. И мы можем следовать им полностью. И если мы заинтересованы в настоящем баджане, то тогда у нас есть возможность его совершать. Вчера я говорил со Шрилой Прабхупад, то, что он говорил всю сиддханту, и эта сиддханта вся она представлена Шрилой Бхактисиддханта Такуром очень простым образом. Если вы будете изучать сандарбхи, вы не поймете ничего, но Шрила Бхактисиддханта Такур, он изучил все сандарбхи, все шастры, все писания Госвами и дал нам суть, и мы очень удачливы. И вот таким образом мы должны следовать Шрила Бхактисиддханта Такуру. И поэтому Шрила Прабхупад много раз говорил, что
бхакти-нодара никогда не закончится. Может, под влиянием времени или еще чего-то, какие-то хулиганы могут как-то подавить на какое-то время или еще что-то сделать, но нарушить бхакти-нодару никто не сможет. Внешне можно видеть бхакти-нодару, если нет, но если вы на 100% искренне, то вы получите божественную помощь в своей жизни, моей жизни. Я видел это практически. И вот не плачьте, не беспокойтесь, а пытайтесь исправить ваше сердце сначала. Я тоже пытаюсь исправить свое сердце. И вот мы должны быть искренни в начале всего, а все другое Баладев, он пошлет нам. И вот бхакти-нодара никогда не остановится. Никто не может остановить бхакти-нодару. Может, они могут пытаться, но не смогут ее остановить. Это бхакти-нодара будет течь годы за годами. И это Сиддханта, данная Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханта Сарасвати. Шрила Прабхупада также вчера я говорил, что мы получили возможность все от все удобства от Шрилы Сачидананды Бхактисиддханта Такура с самого утра. Мы начинаем утро с его киртанов, с этих мангала арати, и весь день у нас продолжается с киртанами, которые написал Шрила Бхактисиддханта Такура. Утром, днем, всегда. Мы должны следовать Шриле Бхактисиддханта Такура. Без этого мы не можем следовать Гауди Даре. Это невозможно. И вот с самого утра до ночи все киртаны, они даны Сачидананды Бхактисиддханта Такурам. И говоря искренне, по желанию Шрилы Бхактисиддханта Такура. И вот все желания Шрилы Бхактисиддханта Такура исполнил Гауди Гоштипати, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур. Бхактисиддханта Такура, он буквально пионер. Он хотел всю сиддханту в практический вид привести. Но Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупад, он все это воплотил в жизнь. И поэтому по желанию Шрилы Бхактисиддханта Такура, Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, он отправился вот туда, в этот Валигай. И вот чуть раньше я говорил, что если вы не, что если мы не будем, у нас не будет возможности изучать Бхагаватам, Гиту, Панишады, а только у нас будет Прахтхана Прама Бхакти Чандрика Нарота Матакура, то если мы на 100% искренне, то я гарантирую, что вы достигнете успеха. Этих книг достаточно, чтобы достичь успеха, если у нас есть должная вера. Вот эти Прахтхана и Прама Бхакти Чандрика Нарота Матакура. Не только это, я могу еще вам прямой пример привести. Шрила Гуркишордас Бабаджи Махарадж в своей жизни. И вот Парамахамса Гуркишордас Бабаджи Махарадж, Шрила Прабхупада говорил, мой Гурдев, он с собой возил всегда две маленькие книги Прахтхана и Прама Бхакти Чандрика. Это было его богатство. И а еще у него была половина скорлупы кокоса и какие-то камни с глины. И Прахтхана, Прама Бхакти Чандрика, и удивительно, но это было все богатство, собственность Гуркишордас Бабаджи Махараджа. Однажды он сказал Шриле Прабхупаде, когда тот пришел встретиться с Бабаджи Махараджем, и Бабаджи Махарадж, он дал ему все это. И вот он сказал, это все, что у меня есть, я отдаю тебе. И Шрила Прабхупад, плача, принял это все. Насколько я удачлив, что Парамахамса Бабаджи Махарадж дал мне все это богатство. А что такое богатство? Шрила Бабаджи Махарадж
на самом деле дал то, что было в его сердце, будьте осторожны. Когда гуру Вайшнава будут довольны вами, то тогда на 100%, независимо, где вы находитесь физически, в любой стране, вы получите огромное благо. У гуру Вайшнавов есть глаза, они могут видеть, сколько любви, заботы у вас есть к гуру Вайшнавам, и вы осознаете это. Единственное, что мы должны быть очень искренни и не пытаться быть неискренни в этом, главная проблема обусловленных джив. И вот какие, я об этом впоследствии буду говорить. И вот сейчас Шрила Прабхупад, он хотел показать, что вайшнавы превыше всего, поскольку мы не можем ограничить вайшнавов в этой категории ван и ашрамов. И также я говорил перед Удавой, Кришна говорил, и вот те чистые гуру вайшнавы, они за пределами всех правил и предписаний. Почему вы критикуете саньяси Гауди Матха? Что, откуда они получили саньяса? Да, какие-то люди критикуют, я уже ответил, что эти люди в сочетании Чайтамрити найти нашли одну шлоку, что Санатан Госвами и Джагананда Пандит в Гокуле обсуждали что-то. Я хочу напомнить вам, когда Санатан Госвами, он хотел проверить огромную любовь Джагатананды к Махапрабху, он специально, он Парамахамса Виш, Шибил Джагатананда тоже в этой белой одежде был. И вот где и как обычно глупые вопросы задают глупые люди. Это люди, они материалисты и материаль. Но смотрите, материальная логика не может находиться на пути к абсолютной истине. Главное, они забывают, что логика не может находиться на пути к абсолютной истине. И поэтому, так или иначе, когда Санатан Госвами специально захотел увидеть, и вот он пришел в красной одежде, с тюрбаном красным, Джагананда готовил рис и спросил, чья это красная одежда, поскольку Джагананда думал, что это одежда Гуранги, поскольку он Гуру Паршат. И вот Махапрабху был в Пурушоттам Даме, и вот он подумал, что здесь такая же одежда, что это либо Махапрабху, либо его последователи. Поэтому он обрадовался, что такое випраламха. Если внешняя разлука, она ведет к общению в сердце. И вот Санатан Госвами был очень счастлив, видя его чувства. И Джагадананда подумал, что это одежда Махапрабху. Но потом он когда спросил, чья это одежда, он сказал, что Шанкарарани одежда. И когда вот Джагатананда узнал об этом, он разгневался и кинул в посуду какую-то в него. А Санатан потом выкинул эту красную шафрановую одежду, имеется в виду, и сказал, что я теперь увидел, какая огромная любовь у тебя есть к Махапрабху. Ты прошел мои испытания. И вот Санатан Госвами Пад, он хотел проверить удачу Джагатананды Пандита, и поэтому вел себя так. И вот Санатан Госвами в белой одежде, в Варанаси, которую он получил от Махапрабху. Я уже говорил, что насчет Гуру Таттва можете спорить, но я уже доказал, привел свидетельство, что он получил посвящение от Видья Ваджаспати, но все же Гуру Таттва, поскольку она одна едина, Сабанта Абхиде и Прайоджана. И вот перед Махапрабху Санатан Госвами Пад, он хотел от Чандра Шикара Прабу принять какую-то старую одежду в Варанаси, там это было
и вот он не был готов дать какую-то новую одежду. Но он ее не принимал, и поэтому он вынужден был дать ему старую одежду. И потом, когда он получил эту одежду, он разделил ее на три части. И поэтому это одобрено Махапрабху. У нас нет права спрашивать, откуда Шрила Прабхупад принял саньяс. Обычно демоны только спрашивают такие вопросы. Хотя Рамануджачарья принял саньясу на берегу Ананда Саровара от фотографии Ямун-ачарьи. Я могу продолжать говорить о Шриле Прабхупаде, если вы будете слушать все подробности, вы будете удивлены величием его личности, что это не просто Прабхупад, а такой уникальный, неподражаемый, бесподобный Шрила Прабхупад. И вот пример перед каким-то водоемом. И вот однажды все последователи Шрилы Прабхупады, они стояли на берегу одной Кунды, и после этого все, кто находились с Шрилой Прабхупадой, там они видели, Шрила Прабхупад стоял на лестнице, а в воду не наступал. Система была такая, что Шрила Прабхупад сначала кланялся, потом прикасался рукой к воде, опрыскивался этой водой, совершал ачаман, и потом только омывался. Но он стоял сейчас на где-то 5 ступенек выше, но потом они увидели, что эта вода, она поднялась и омыла стопы Шрилы Прабхупады и вернулась назад. Все люди были удивлены, как это возможно, и они пошли принять эту Чернавриту с этого озера. И вот если я не буду приводить пример, вы будете удивлены. Не пытайтесь сомневаться в величии Шрилы Прабхупады. Это просьба к вашим лотосным стопам. Если вы не совершаете баджан, это пойдет. Но не сомневайтесь в величии Шрилы Прабхупады. Однажды Шрила Прабхупад говорил Харикатху. Там привидение было. Это в Миднапуре было в каком-то месте. И ну, сейчас тема другая, но просто чтобы воспеть его славу, я говорю об этом. И вот Шрила Прабхупад принял это приглашение и приехал туда, и там Шрила Прабхупад говорил Харикатху, какая-то ягья происходила, и Шрила Прабхупад. И вот там был еще этот внук этого привидения, он прыгал как-то, бегал там, в общем, мимо пробегал огня и как-то подскользнулся и упал прямо в огонь. И потом к Шриле Прабхупаде пришли с этим. И он сказал, что если Харикатха происходит, то проблем никаких не будет. И действительно, этот ребенок, когда вылезся из этого огня жертвоприношения, то он не был обожжен. Шрила Прабхупад просто сказал, что здесь Харикатха происходит, а где происходит Харикатха, никаких проблем не может быть. Идите и проверьте. И они увидели, что да, ребенок, хотя побывал в огне, не обжегся. И вот это великолепие Шрилы Прабхупады, и не пытайтесь сомневаться в нем. Гуру Махарадж, когда он говорил о Прабхупаде, он всегда плакал перед нами. И я пытался понять, какого же величия, великолепия Шрилы Прабхупады, когда Гуру Махарадж хотел сказать что-то о Шриле Прабхупаде, он сначала плакал. Один иностранец с Австралии или откуда-то оттуда. И вот он пришел, Гуру Махарадж был в Пурушоттам Даме, и вот этот человек пришел и хотел получить даршан Шрилы Пури Госвами Махараджа, и Гуру Махарадж сказал, ну хорошо, издалека приехал, позвольте ему прийти.
И вот он поклонился и попросил Гуру Махараджа сказать что-то особое о Шриле Прабхупаде. И тогда Гуру Махарадж думал, что я сейчас в пожилом возрасте и уже 100 лет мне, или сколько ему там, 101 или 102 было. И вот он подумал, что память плохая уже, и сказал, что мне уже тут 101 год, и память плохая, давай посмотрим, что вспомню, то я расскажу. И вот начал вандану повторять, и в течение 2 часов говорил о славе Шрилы Прабхупады. Посмотрите на величие Шрилы Прабхупады. Гуру Махарадж 2 часа говорил, хотя до этого говорил, что все забыл и ничего не помнит, но это такой случай. И не сомневайтесь в этом. Если у вас есть какое-то желание воспеть славу Шрилы Прабхупады, даже если вы какой-то инвалид, то все равно не думайте так. И вот в этой шлоке говорится «Пангум Лангета Гейм», что даже хромой может воспевать славу Верховного Господа. И таким образом Шрила Прабхупад говорил, что в большей или меньшей степени наши сердца, они осквернены майявадой. Да, мы верим в Гуру Вайшнавов, но не на 100%. И вот это зовется какой-то процент майявады, оно и есть, оскверняет наше сердце. И когда вы избавитесь от этих дефектов, от этих недостатков, когда вы поверите, то тогда вы сможете воспевать этот киртан, написанный Шрилой Бхактивинода Такуром, Вайшнава Вишвас. И вот Шрила Бхактивинода Такура молится лотосным стопам Гуру Хари и поет этот киртан для нас, Вайшнава Вишвас. И вот этот киртан о том, что я хочу каждую часть секунды увеличивать мою веру Гуру Вайшнава. Можете ли вы следовать Шриле Прабхупаде, Бхактивинода Такура, Бхакти Прамод, Пури Госвами Махараджу, Шридхар Госвами Махараджу, какое великое. И вот преданность у них была. Шридхар Махарадж в последние моменты своей жизни он звал Гуру Нитая в своей комнате, как будто он тонул. Такое чувство было, что он тонул и звал, взывал к ним как к своему единственному спасителю. Он звал Гуру Нитая. И такое же чувство должно быть в нашем сердце, и тогда оно заденет и исправит наше сердце. Не столь важно, с какой стороны мы происходим, с какой касты, с какой варны. Если мы верим в Гуру Сундара, в Гуру Вайшнавов, как Шрила Бхактивинода Такура говорит, Вайшнавов, вот то, что с каждым моментом вера в наших Вайшнавов должна увеличиваться. Вайшнавы, они могут очистить весь мир. Но почему это не всегда происходит, а потому что они, эти люди не приходят и не принимают прибежище. У них есть бесчисленное число джив, и если они не будут следовать мне, то что я могу сделать им? И у какого-то махараджа может быть там 1500 учеников или 15 тысяч, но Шрила Девгасвами Махарадж говорит, что если хотя бы 1 или 2, ну или 3, или там 1 достаточно, если он будет следовать Гурудеву достойно. Вот кто-то из Гурварги сказал, я не хочу называть их имя, просто хочу представить Сиддханту. Это кто-то из моей Гурварги, они сказали, что я обрел только 1 ученика в своей жизни, хотя ему возразили, у вас столько учеников, домохозяева, отреченные и прочие, но он сказал, нет, настоящий ученик только один, единственный. И другой ачарья сказал, что у него только в своей жизни только 2 ученика было. Те, кто по-настоящему на 100% преданы, любят меня и исполняют желание Гурудева, следует во всем полностью Сиддханте, вечеру, этикету, всему. Как показано Гурудевом, и когда это отражает, пример Гурудева отражается в сердце ученика, то тогда мы можем видеть, и в этом случае никакого осквернения майявады не может быть. И вот
Если кто-то принимает посвящение Шрилы Бхактипрамода Пури Госвами Махараджи и занимается после этого политикой, то это его дело, что он хочет вести себя как политик, а не как преданный. И Веданта Сутри, может, несколько лет назад я говорил, что перед зеркалом, если мы увидим свое собственное лицо, то что мы увидим? Такое, как оно есть. Если мы гневны, мы гнев увидим, если улыбаемся, то улыбающееся лицо, и также перед Садгуру и перед Верховным Господом, то умонастроение, с которого мы пришли, вы и получите это. Если кто-то хочет обмануть Садгуру, то это очень глупо. Как вы можете обмануть Садгуру? Они могут видеть и чувствовать, что и что. Кто-то пришел к Горкишоте Сабхаджи Махараджу. Горкишоте Сабхаджи Махарадж сказал: уходите и не находитесь здесь. Но когда Шрила Кешава Госвами Махарадж пришел, он сказал: садитесь. И Джагадиш Прабху, Бхакти Прадип Тиртха Махарадж, он пришел с арбузом в руках. Когда он пришел получить даршан Горкишордас Бабаджи Махараджи, как только он пришел и поклонился, то он, Бабаджи Махараджи, он, будучи Парамахамсой, все понял и сказал: садитесь, что вы принесли, вот арбуз принес, хорошо, я возьму его. Хотя Бабаджи Махараджи никогда не прикасался ни к чему. Спросил: откуда вы пришли? От Бимала Прасада Сарасвати, с Майпура. А посвящение получили? Нет, еще нет. И как вы можете показать, что вы не прошли? И вот это одно из свидетельств, что посвящение они уже получили, когда предались Гуру. И вот Шрила Прабхупад хотел на этом Балигае показать и доказать всем, что смотрите на славу вайшнавов. Браманы – это хорошо, конечно, никто оскорблять их не собирается, но браманы, когда вы сравниваете себя с вайшнавами, то они превыше всего, и они за пределами всех правил и предписаний. Вы не можете ограничить чистых гуру вайшнавов какими-то правилами и предписаниями. Эти ветхимарги, они для нас применимы. А Шрила Прабхупад специально показывает нам, что я саньяси, но следую всем правилам и предписаниям. И поэтому, чтобы утвердить Сиддханту Ачарон, Шрила Прабхупад был вынужден принять саньясу, иначе внутри он был Парамахамса. И поэтому, когда сахаджи из Радакуды и Навадвипы, они говорят, что вайшнавы не должны носить эту шафрановую одежду. Да, да, это, конечно, сиддханта, но ее неправильно некоторые понимают. А правильное значение таково, что те парамахамса, гуру вайшнава, вайшнава значит парамахамса. И вот парамахамса, гуру вайшнава, они не обязаны следовать варнашам дхарме. Но если они следуют, это значит, что они какую-то сиддханту показывают обществу, иначе обычные люди не смогут следовать, и поэтому он специально принял саньяс, но не обязательно его принимать шафран, но все же они это делают из-за своего смирения. Это их смирение только, но мы, к сожалению, ошибки находим в них. Они просто показывают, что мы еще не зрелы, мы еще
находимся под влиянием Варнашрамы Дхармы и что это их величие или низость. Но они все парамахамсы, большинство из нашей Гуру-варги, и они поддерживают саньясу, следуют Шри Прабхупаде, никогда не хотят оскорбить его. И поэтому тот путь, показанный, и иногда кто-то из наших махаджан Гуру-варга но это опять же не значит, что они гордятся этим. Есть Кришна, и вот какой-то Бабджи Махарадж, Кришнадаса Бабджи Махараджем были там. И вот я был в то время на Гавадхане, там Бабджи Махарадж оставил тело, он был прямой ученик Шрилы Прабхупады. И вот смотрите, они все следовали Шриле Прабхупаде, и Прабхупад был вынужден провозгласить, что это Сиддханта Вичара Шрилы Прабхупады. У вас нет права спорить со мной. Шрила Прабхупад, его Сиддханта такова. Он сказал, что те парамахамса веши, кто-то из учеников Шрилы Прабхупады и какой-то Бабаджи Махарадж принял саньясу. И вот Сиддханта в том, что в Гауди миссиях, в Гауди матхи наши парамахамса веши, белая одежда – это один из компенсирующих факторов саньясы. И это не значит, что мы должны жить в уединенном месте и показывать всем, что мы великий саду. Нет, если это действует как компенсирующий фактор саньясы и в своей жизни, я тоже, по идее, должен быть совершать баджан в пещере, но нет, я общаюсь с вами, чтобы исправить свои ошибки. И вот это был, такая была Сиддханта Шрилы Прабхупады в том, что наша Гауди миссия, Гауди матха, белая одежда – это компенсирующий фактор саньяси. Когда саньяси нет, они могут вместо них выступать, как в каких-то соревнованиях, может, видно, есть сборная по какому-то виду спорта, есть запасная сборная такая, если, ну, резервная сборная, и вот они как бы делают, могут делать это служение, но не гордятся собой. Но смотрите, также они не ведут проповедь, но все же они проповедники, как Кришнадас Бабаджи Махарадж, он воспевал киртан все время, и тысячи преданных слушали, и Бхакти Валапха Киртан Гасай Махарадж, Бхакти Вигьян Бхарати Махарадж, Найнананда Бабаджи Махарадж, Гири Махарадж, Сатья Говинда Махарадж, Сагар Махарадж, Бонг Махарадж, все Шанта Госвами Махарадж, кто нет, они дали мне указание воспевать Харикатху, и поэтому я должен исполнять их указания. И вот смотрите, Шрила Прабхупад хотел доказать на этом собрании, что вайшнава не превыше всего, и его мы не должны спорить насчет этого. И Шрила Прабхупад привел множество примеров, я могу несколько привести, когда буду говорить о Варнашрамадхарме через какое-то время. И вот в итоге эта Сиддханта была утверждена, что вайшнавы превыше всего, и у нас нет возможности спорить с характером Сиддханты вайшнавов. Вайшнавы не превыше всего, и все приняли это со всеми доказательствами, и тысячи людей хотели прикоснуться к лотосным стопам Шрилы Прабхупады. И вот Вишамбхарананда Девгасвами видел это все, и что люди, как большая волна, подходят, и Вишамбхарананда Девгасвами дал указание, чтобы их не пускали, но принесли огромную емкость, где готовят тысяч на пять человек, и вот и принесли такую огромную емкость, и Вишамбхарананда Госвами
он поместил лотосные стопы Шрилы Прабхупады над этой емкостью и начали омывать стопы Шрилы Прабхупады этой водой. И эта емкость полностью наполнилась водой, и люди одним за одним начали подходить, их были тысячи. И в итоге каждый взял по капле, и за короткое время эта вода кончилась. И тогда какие-то участники, главы того района, они сказали, большинство из людей хотят получить посвящение у вас прямо сейчас, но вы должны простить их, они, кто-то чай пьет, кто-то бетель, кто-то еще что-то, вот должны это простить им. Но Шрила Прабхупада сказал, что нет, я не приму ни единого ученика, мне не нужны такие. Пожалуйста, идите куда-то. Еще Шрила Прабхупада не шел на компромисс и никого не принял. И вот смотрите на Сиддханту, кто-то может попытаться доказать, что мы более милостивы, чем Шрила Прабхупада, но это оскорбительно просто. Мы можем проповедовать что-то, какую-то предварительную проповедь совершать, то есть не давать посвящений. Мы можем совершать харинам, киртан, чтобы изменить настроение этих людей. Но потом они явят... И вот, то есть посвящение нужно давать только тем, кто, у кого есть такая таттва, джигьяса, то есть те, кто вопрошают, кто они и каковы их обязанности. Вот настоящая проповедь – это привести кого-то в служение. И так проповедовал Шрила Прабхупад. И пример: Шрила Прабхупад никогда не хотел посвящение никому давать. Но если кто-то был привлечен его лотосными стопами и просил, спрашивал какие-то достойные вопросы, и тогда Шрила Прабхупад говорил: «Хорошо, я посмотрю, что делать, а что нет». Однажды Шрила Прабхупад достаточно давно в Сарбоге ехал на бычьей упряжке, и вот ехал так не быстро, и другие ехали за Шрилой Прабхупадой, кто-то спереди, кто-то сзади, и ехала параллельно еще одна бычья упряжка, и Шрила Прабхупад из-за своей огромной любви, я не знаю почему, никто не знает причины, маленький мальчик лет 10 сидел там. И Шрила Прабхупад спросил, параллельно проезжая его: «А откуда происходишь, с какой деревни, с какой семьи, как тебя зовут?» Просто это спросил. И Шрила Прабхупад, когда ушел этот мальчик, точнее, они разъехались потом, но в чем великолепие, этот мальчик потом всю оставшуюся жизнь не смог забыть Шрилу Прабхупаду, его любви, его заботы, и эти его члены его семьи, отец и мать, они хотели его как-то, они его не пускали никуда, но потом он в итоге ушел из дома, а Шрила Прабхупада тоже в то время ушел, и он принял посвящение у Шрилы Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махараджа. Его имя Ваман Махарадж было. И другой пример. Мой Гурупад Падма говорит, перед тем, как оставить тело, Шрила Прабхупад являлся лилу болезни. И вот... И вот однажды вечером Шрила Прабхупад, он лежал на таком, кресле, полусидя сидел. И Пранавананда Прабху, наш Гурупад Падма, пришел. И вот Гурупад Падма рассказывал это мне. Я сидел перед Шрилой Прабхупадой, но Шрила Прабхупад, он в таком полуспящем состоянии находился, и я
взял лотосные стопы Шрилы Прабхупады, прикоснулся ими к моей груди. Шрила Прабхупад пришел в себя и спросил, кто. Он спросил, кто Парамананда. И Шрила Гурудев рассказывал, та любовь, та забота, то чувство, с которым он произнес мое имя, с такой милостью, как он посмотрел на меня, и с таким голосом я никогда за всю свою жизнь не забуду и эти слова. И вот Гуру Махарадж говорил, я никогда не забуду этого чувства, такую огромную любовь Шрила Прабхупады имел к нам. И вот этот мальчик в итоге он присоединился к Гаудия Миссии, просто увидя на очень короткое время Шрилу Прабхупаду. И вот в одном из киртанов говорится, что даршан вайшнава очищает сразу, но не все могут поверить в это. А тут такой практический пример. Вайшнавы просто благодаря своему даршану они могут очистить кого угодно и за всю. И этот мальчик, он никогда не забывал, потом всю оставшуюся жизнь никогда не забывал образ Шрилы Прабхупады. И вот это была такая сила Шрилы Прабхупады менять умонастроение кого-то, если нету никаких вайшнава аппарат. И вот есть какая-то вайшнава аппарат, то это невозможно. И вот это препятствие. И вот Шрила Прабхупад мог изменить их настроение, но проповедовать, ну это... И вот наставление Махапрабху в том, что сначала мы должны утвердиться в положении гуру, и потом уже мы можем спасти кого-то. То есть сначала мы должны стать гуру, и этим указанием Махапрабху уже дал силу нам. И вот в... Махапрабху давал наставление, идите и проповедуйте, действуйте как ачарья. И мы в лиле Нарутам Такура, Шьямананда Прабху видели, Шьямананда Прабху давал наставление ученику, ученика, своего ученика, что давай посвящение тому, как это возможно. И в то время, как сейчас, это даже невозможно, поскольку вначале мы должны следовать, это не какие-то сентименты. И вот мы должны понять тот же характер, та идея, та же сиддханта, тот же вичара, та же крипа, все это находится и является в сердце настоящего ученика, как в случае с Мадхавенды Пурипады. Вся его милость явилась в сердце Ишвара Пурипады. Вся милость, вся любовь, все богатство от Гуру Кишордас Бабаджи Махараджа, оно явилось в сердце Шрилы Прабхупады, хотя он его вечный спутник на Яннамани-Манджари, но мы не должны спорить на ту тему, кто чей гуру. Гуру Кишордас Бабаджи Махараджи, Гунаманджари была тот на Яннамани-Манджари, и кто более высокое положение, зависит, кто же гуру, но это глупые подсчеты. И также Вьясадев явился в форме Вриндаванда Стакова, и там Вьясадев Гуру Ганандеш Дипики описывается, что Вриндаванда Стакур, и вот во Вриндаване Дастакура и Ктакуре Вьясадева и Кусума Пира и Сакха явились одновременно вдвоем. И вот сейчас, если мы скажем, что наш Кришнадас Кавирадж Госвами Кастури Манджари, и кто выше, чье положение более высоко, но это глупый вопрос. Мы не должны спрашивать этого, кто выше, кто ниже. И перед Вриндавандас Такуром Махашевым Кришнадас Кавирадж Госвами, он
просил, чтобы не было, я молюсь лотосным стопам Вриндавана Дас Такура, кто я, чтобы прославить лилу Шри Чайтанья Махапрабху. Вриндаван лила, Чайтанья лила Вьяс, Вриндаван Дас. Если вообще я хочу, смогу написать что-то, это должно быть по милости Вриндавана Дас Такура, иначе это невозможно для меня. И вот всегда, каждую часть, секунду, на каждой странице он просит, чтобы он не смог совершить никакого оскорбления в адрес Вриндавана Дас Такура. И кто же на каком положении находятся они все с вечного духовного мира. Таким образом, Шрила Прабхупад, он хотел показать, что вайшнавы, они превыше всего. И Шрила Прабхупад смог доказать это. И вот это... И вот я рассказал об этом случае в Балигае, и сейчас я хочу вернуться к... По указанию Шрилы Бхактивинода Тхакура, Шрила Прабхупад так отключилось. Кипая хори кетана мурти дхарам дхарани варахарака гаура джанам джанакадика васала снигида падам панамами шада прабхупаду падам панамами шада прабхупаду падам панамами шада прабхупаду падам Ванчакалпатурвасике басинд бхавча патитанам павану бхавишна бью намо.